надо немедленно отвезти больного в больницу, в отдел хирургии мозга. Почему? Что с ним случилось, доктор? У больного пуля в голове. Ситуация критическая, опасна для жизни. Надо немедленно прооперировать его. Но ему осталось недолго. Скажу прямо, он может не выжить. Удивительно, что он до сих пор жив. Какая пуля? Что за операция? Вы ничего не путаете? Пойдемте со мной. Надо подготовить документы, чтобы направить пациента в соответствующий отдел. Значит, без операции он не сможет жить? Именно? Сестренка? Дай мне силы. Я не могу здесь оставаться. Моя сестра больна. Я не могу оставить ее одну. Дай мне немного времени. Немного времени, прошу. Я обещаю, после этого я не буду противиться. Повинуюсь, когда настанет час. Закрою глаза. Закрою глаза навсегда. Такси. Почему вы не смотрите за ним? Сами сказали, что нужна операция, а теперь потеряли его. Возможно, он пришел в себя и бродит где-то по больнице. Я позвоню охране. Я сам поищу. Умут? Умут? Дядя. Малыш. Дядя, ты нашел маму? Думаю, она вернулась домой. Мы тоже сейчас поедем. Дядя, а почему ты такой бледный? Я в порядке, не бойся. Только не болей, прошу тебя. Мама еще не выздоровела. Хорошо, малыш. Не беспокойся. А теперь садись. Поехали. Джейлан? Я искал тебя. Ты ушла, ничего мне не сказав. А в чем проблема? Джейлан, я желаю тебе только добра. Не надо быть эгоисткой. Перед тобой обязательства. Только не говори, что ты желаешь мне добра, Толга. Если бы это было так, ты бы не отправлял то видео Коркуту. Не понимаешь, да? До сих пор не поняла. Любимая бросила, вышла за другого, все равно не отказался. Если бы он любил, то ушел бы из-за какого-то видео. Он ушел, бросил тебя, Джейлан, пойми наконец. И поэтому ты предлагаешь мне выйти за тебя? Хочешь воспользоваться возможностью? Как какой-то падальщик. Не слишком ли громко? Не знаю. Послушай, я знаю свои ошибки и по возможности стараюсь их исправлять. Дай мне один шанс, и ты сама увидишь. Приняв мое предложение... Ты все об этом? Мама, это ты посоветовала Тулге? Он снова сделал мне предложение. Что ты сказала, мама? Толга, пожалуйста, женись на моей дочери, спаси нас от этого позора. Джейлан, хватит. Я и так вся на нервах. Перестань, мама. Сама подумай. Родная мать хочет выдать меня за нелюбимого человека. И что же тогда будет? А? Ты успокоишься? Ты сможешь стать счастливой, обманывая себя? Садись, дочка. Давай поговорим спокойно. Если ты опять возьмешься за старое... Вот, посмотри. Это сумка твоего отца. Я положила все его вещи. Вот и конец всей нашей семейной жизни. Какое это имеет отношение ко мне? Имеет, дочка. Смотри, сколько мне лет. У меня 3 взрослых детей. И все равно я думаю... Как я буду жить одна? Что я скажу нашим родственникам, друзьям? Мама, ты не обязана никому ничего объяснять. Это твоя жизнь. Это ты так думаешь, госпожа Джейлан. Ты вообще относишься к жизни очень легко. Но это неправильно. Во всем этом наша вина. Мы всегда держали вас дома. И, почувствовав свободу, вы растерялись. Ты лишилась чести, спутавшись с этим проходимцем. Мама, хватит говорить об этом. Тебе трудно слышать это от меня. А что с тобой будет, когда другие узнают? Твой отец просто плюнет тебе в лицо. Люди начнут судачить за твоей спиной и обсуждать это, понимаешь? Мама, я не сделала ничего плохого. Вот что тебя ожидает, если ты не выйдешь замуж за Толгу. Подумай об этом. У тебя есть младший брат и сестра. И о них тоже подумай. Вы ищете дядю Хакки? Его сейчас нет дома, но он скоро вернется. Что ему передать? Кто вы? Сучка, я же Тахсин, не помнишь? Я отец Джейлан. Нет, я не знаю никакую Джейлан, а дяди Хакки нет. Все, уходите. Дочка, Эмине, твой брат Коркут знает меня. Нет, нет у меня никакого брата, нет. Дядя, идем. Мама здесь. Она дома. Это опять вы? Зачем вы пришли? Оставьте меня. Я вас совсем не знаю. Уходите. Мама, зачем ты вытащила мои вещи? Мама говорит. Мама, это детские вещи. Детские? Нет в этом доме детей. У меня нет детей. Я выброшу все это. Дядя, что с ней? Нет, у меня нет никакого ребенка. У меня есть только муж и есть дядя Хакки. Как только они придут, я на вас пожалуюсь. Почему вы все время приходите? Уйдите! Уходите отсюда, или я буду кричать! Эмине. Эмине, послушай. Мы друзья дяди Хакы. Это он нас сюда отправил. Сказал, если вы пойдете к Эмине, то будете ее гостями. А, он так сказал. Ну, сразу бы так и сказали. Ладно тогда. Так уж и быть. Дядя Хакы очень хороший человек. Вы, наверное, познакомились с ним в Адапазары, да? Да. Да, Эмине. Мы познакомились в Адапазары. Давай, Умут, ты заходи в дом. Заходи. Эмине, может, не надо выбрасывать вещи? Ведь дядя Хакы, он не в курсе. Неудобно будет. Согласна? А, да. Ты верно говоришь. Да, я спрошу у него. И... Пусть этот мальчик не называет меня мамой. Хорошо? Скажи ему. Хорошо. Хорошо, скажу. Вот так. Отнесу вещи в дом. Она что, ничего не помнит? Пошли. Чего тебе? Отстань от нас. Послушай, ты ушел из больницы. Я говорил с доктором. Состояние у тебя критическое. Тебе срочно нужна операция. Пуля в твоей голове. Голова моя, пуля тоже. Какое тебе дело? Не вмешивайся. Ты еще молод. Операция просто необходима. Тебе надо было сказать пораньше об этом. А что бы ты сделал? Пошел бы к госпоже Günül и сказал: вот, я привел вашего сына, но он скоро умрет. У него пуля в голове, поэтому сильно не привязывайтесь. Коркут, послушай. У тебя еще есть шанс. Я поговорил с доктором, он посоветовал специалиста. Поехали к нему. Господин Тахсин, это не так уж и легко. Операция не дает никаких гарантий. Как в кино, ожидать чудес не приходится. И неизвестно, буду я жить после операции или нет. Мама, посмотри на эти снимки. Мы фотографировались на Байрам. Помнишь, дедушка Хакы купил нам новую одежду и обувь? Мы тогда так обрадовались. Ты вспомнила? Не придумывай, мальчик. Я не придумываю. Посмотри сама на фотографии. А недавно мы еще ходили в лунопарк. Дядя, тетя Цейлан, ты, я катались на игрушечных машинках. Было очень весело. Ай, нет, не было такого. Я не ходила ни в какой лунопарк. Какой же ты обманщик, а? Но я никогда не лгу. Ты же сама этому учила. Ты просто посмотри сюда. Нет, не говори мне. Не называй меня больше мамой. Я не знаю тебя. Не называй меня так. Умут? Он назвал меня мамой. Пусть не говорит так. Я же его не знаю, почему он так делает. Хорошо. Эмине, Умут еще ребенок. Он не хотел тебя обидеть. Пусть придет мой муж. Пусть придет Ахмед. Хорошо, придет. 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 Дядя, мама не может меня вспомнить. Она все забыла. Ты же говорил, что ей станет лучше в больнице, а все наоборот. Потерпи, малыш. Потерпи. Все будет хорошо. Мама выздоровеет. Конечно, выздоровеет. А ты немного помоги ей, хорошо? Позаботься о ней. Ты же сильный мальчик. Как мой дядя. Да, правильно. Как твой дядя. Я пришла поговорить с Мемдухом. Я доложу. Господин Мемдух занят, не может вас принять. Но это мы еще посмотрим. Он передумал. Видите? Зайдите внутрь. Где ты это взяла? Неважно, где я взяла. Мы будем говорить не об этом. А о чем? Ты будешь меня шантажировать? Сначала я пришла к тебе, чтобы не расстраивать дочь. Вместо того, чтобы отправиться в суд. Давай решим это без шума. Поговори с Жанет. Скажи, что теперь она будет жить с матерью. Что за глупости ты несешь, Гунуль? Тогда я отправлю эту запись в прокуратуру, понятно? Что стало с человеком на видео? Он жив или вы его закопали неизвестно где? Продолжай, продолжай. Это отличное доказательство. Скоро я уничтожу тебя с помощью этого видео. Ты останешься ни с чем, господин Мемдух. Продолжай. Никогда в жизни меня не останавливали ни шантаж, ни риск. Думаешь, тебе удастся запугать меня? Я добился всего своей храбростью. Как ты вообще посмела прийти ко мне с этим? Как ты посмела? Посмотри, тут никого нет. И некому спасти тебя, я убью тебя. Никто даже не заметит и не увидит этого. Отпусти ее! Никто тебя... Отпусти! Ты что, идиот? Зачем ты защищаешь ее? Ты же убьешь ее, отпусти, я не позволю этого. Ты забыл, что она тебе сделала? Это совсем разные вещи. Она мать. Мать Зhanet. Ладно. Послушай, если ты сделаешь что-нибудь против меня, то я расскажу Толге, что ты усыновила его. Спасибо. Я не всегда смогу прийти на помощь. Будьте осторожны. Господин Мемдух очень опасен. Моя дочь живет у такого человека. Как я теперь смогу быть спокойной? Я должна увезти оттуда дочь. Надо решать это без шума. Не огорчая Зhanet. Я так и хотела. Ты видел, что из этого вышло. А что, если он разозлится на Zhanet и начнет ее также душить? Такого не будет, вы знаете. И все же я не могу смириться. Если надо, я готова бороться одна. Вы не сможете сесть за руль. Ничего страшного. Садитесь, я отвезу вас. Ты знаешь, что это видео может сделать со мной. Понимаешь, какие могут быть последствия? Значит, кто-то предал, брат. Кто-то из своих? Иначе откуда у госпожи Günül эта запись? А ты куда смотрел? А? Я зря кормлю тебя? Перепроверяй людей, когда берешь их на работу. Но мы впервые с таким сталкиваемся. Раз уж началось, то ничего хорошего ждать не приходится. Я переживаю не из-за тюрьмы. Я боюсь потерять дочь. Найди этого предателя. Он должен ответить за все. Сейчас же. Не беспокойся, брат. Я найду его. Вам лучше? Я думаю, ты защитил меня, несмотря на то, что я тебе сделала. И не могу понять причины. И не поймешь. Ты же не знаешь. Как бы там ни было, сын защищает мать. Другой бы захотел увидеть мои страдания. Попытался бы отомстить. Но я не такой. Да, я знаю. Я причиняла тебе много вреда. Делала тебе больно, ранила в душу, обижала твоих родных. Я просто не имею права просить об этом. Korkut, ты сможешь меня простить? Я хочу искупить свою вину, если это возможно. Попроси чего-нибудь. Избавь меня от угрызений совести, прошу. Есть одна просьба. Мама научила меня этому в детстве. Женщина должна готовиться зайти на кухню дольше, чем если бы готовилась выйти из дома. Она должна быть абсолютно чистой. Вкус еды зависит от намерения. Каждый ингредиент должен добавляться с большой любовью. Потом ведь говорят, долма – это... гордость кулинара. Престиж кулинарии. Если умеешь готовить долму, то и университет заканчивать не нужно. Значит, сегодня готовит истинный мастер. Надеюсь, не придется краснеть. Хвалюсь тут перед тобой, а сама 100 лет не готовила. Нет, нет. Видно, что будет вкусно. Когда начинаю готовить, я вспоминаю маму. После смерти отца нам с ней было очень трудно. У нас был маленький домик. И там маленькая кухня. А денег не было. Мы еле добывали себе еду. Но поверь мне, никакая ресторанная еда не сравнится с той домашней пищей. Это из-за лука? И от лука, и от воспоминаний. Стоит подумать о ней, и сердце кровью обливается. Обнять бы ее в последний раз. И как раньше услышать: «Мамочка». Я так боялась, когда Zhanet ушла из дома, знаешь? А вдруг она не простит? А вдруг нам не суждено быть вместе? Такого просто не может быть. Не переживайте. Ладно. Заболталась совсем. Расскажи ты что-нибудь. А что мне рассказать? Можно поговорить о твоей маме. Ты совсем не знаешь ее? Неужели ты не хочешь знать, кто она, где, чем занимается? Я закрыл этот вопрос. Не говори так. Знаешь, я тоже, как ты, ненавидела свою мать. Но я не говорил, что ненавижу. Только если я встречусь с ней и скажу, вот он я, твой сын. Она будет рада и обнимет. Я тоже мама, я знаю. Нет. Нет, это не так-то легко. Между нами очень много препятствий. Я смирился с этим. Умру, так и не узнав, каково это, когда мать обнимает сына. У меня нет выбора. Я смирился. Дайте, я помогу. Нет, 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 ты сиди. Ты же гость. Я сама. Все уже готово. Я сейчас принесу долму. Очень вкусно пахнет. Ну-ка, давай тарелочку. А это оформление. Здоровья вашим рукам. Подожди еще. А вдруг не понравится? Когда готовит мать, всегда вкусно. Я тебе говорила, чтобы ты считал меня матерью, и что ты мне как сын. Но я не смогла сдержать обещание. Ну и пусть. Зато вы приготовили мне долму. Ты интересный мальчик. Счастлив от того, что ешь долму. Это же не просто долма, а долма моей матери. Ну, приятного аппетита. Что, не понравилось? Коркут. Коркут, что с тобой, сынок? Коркут! Коркут, куда ты? Стой! Я сказала что-то обидное? Извини меня, если чем-то обидела тебя. Takvimde hiç olmayan bugün günlerden yalan takvimde hiç olmayan aklımın tek avuntusu her şeye çaredir zaman her şeye çaredir zaman aklımın tek avuntusu her şeye çaredir zaman her şeye çaredir zaman Bilsem geriye dönüş olsa Olsun sonumuz ölüm sonsa Bilsem geriye dönüş olsa Olsun sonumuz ölüm sonsa Bırak yalan kalsın yoksa Her şeye çaredir zaman, her şeye çaredir zaman. Никуда ты не пойдешь. Я не пущу. И что теперь будет? Ты меня не пускаешь. Ну и не смотришь на меня. Как мы будем жить? Если не сможем жить, то умрем вместе, Цейлан. Каждый день, каждую секунду будем умирать. Каждый день, каждую секунду будем умирать. Умрем вместе. Если не сможем жить, то умрем. Слушаю, Цейлан. Я на нашем месте. Ты не мог бы приехать? А что, ты поссорилась с Толгой? Зачем ты туда пошла? Коркут, надо поговорить. Это очень важно. Пожалуйста, приедь. Цейлан, мы же с тобой обо всем поговорили. О чем еще говорить? Ты что-то забыла мне сказать? Я буду ждать тебя здесь. Я никуда не пойду. Я дождусь тебя. Асия, найди мне, пожалуйста, таблетки от головной боли. Госпожа Гюнель, а кто принес эту долму? Никто не принес, Асия, я приготовила. Ага, столько лет рядом, и ни разу не видела вас у плиты. Коркут попросил меня, и я приготовила. Но он ушел, так и не попробовав. Коркут? Он что, был здесь? Асия, ради бога, не поднимай шума. А как я могу спокойно реагировать? Ведь это из-за него мы в таком положении. Ладно, допустим, вам плевать на Цейлан, но почему вы не думаете о сыне? Как вы могли пригласить Коркута сюда? Асия, ты переходишь границы. Это мой дом, и я сама знаю, кого мне приглашать в гости. Конечно, это решать только вам. Ведь кто я такая? Всего лишь прислуга. Ох, я не это хотела сказать. Я понимаю, что ты взвинчена. Ситуация с Тахсином выбивает тебя из колеи. Вы только теперь вспомнили об этом. Вам было на это наплевать годами. Говорили... Ты не могла бы оставить нас наедине с Тахсином, Асия? У нас разговор, Асия. Ну что же, я сообщу вам радостную весть. Мы с Тахсином разводимся. Вы, наконец, дождались этого. Как это понимать, Асия? Что значит разводимся? Почему ты решила, что я этого жду? Не знаю. Судя по тому, что вы берете его за руки, видно, планов у вас достаточно. Мы с Тахсином? Ты что? Ты что, шутишь, Асия? Но Тахсин думает совсем по-другому. Он даже не попытался сохранить семью. Он настолько влюблен в вас. Я даже не знаю, что сказать. Если вся причина в этом, ты... Ну ладно. Не обращайте внимания, такого больше не повторится. Я... увольняюсь с работы. Беру детей, вещи и ухожу отсюда. А вы можете приглашать Коркута сколько угодно. Не смею мешать, я же служанка. Так ведь? Асия, что за глупости? Асия, это и ваш дом. Что значит вы уходите? Слушаю вас, госпожа Гунул. Такси, приходи на набережную. Надо поговорить. Хорошо. Извините, не могли бы вы сесть в следующее такси? Асия рассказала мне кое о чем. А о чем именно? Это касается нас с тобой. Посмотри на меня и ответь честно. Все, что было, осталось в прошлом. Ведь так? Видно, Асия не так поняла, госпожа Гунул. Поговори с женой. Пусть не забивает себе этим голову. Она сказала, что вы разводитесь. Поговорю. Я тоже должен рассказать вам кое-что о Коркуте. Я слушаю. Говори. Госпожа Гунул, я ошибался насчет этого парня. Обвинял его во многом. Я просто ослеп от злости. Считал, что во всем виноват он. Если бы мы оказались на его месте, одному Богу известно, что было бы. Ни матери, ни отца. Круглая сирота. Все, что у него было, это его любовь к Ceylan. Госпожа Гюнуль, Коркут хороший парень. Я хочу, чтобы вы знали. Я знаю. И рада, что ты тоже это понял. Ceylan, где ты? Ceylan? Добро пожаловать. Ты что, открыла газ? Не трогай ничего. Это был наш дом. Наше гнездо. Ты говорила, что мы свободны от всего. Что мы свободны. Ceylan, дай мне зажигалку. Не подходи. Теперь нас нет. Нашего дома тоже. И если не сможем жить, то умрем вместе. Брось это! Нет! Не трогай! Не трогай! Я не могу без тебя жить, Коркут, слышишь? Пусти! Пусти! Садись, приди в себя. Зачем ты вытащил меня оттуда? Ceylan, ты до сих пор бредишь. Ты что, хотела, чтобы мы взлетели на воздух? У меня сердце горит. Сердце горит огнем от любви. Я и так умираю медленной смертью. Никто еще не умирал от любви, Ceylan. Умирают в авариях, от болезней, на войне, от пули. А от любви не умирают. Ты издеваешься надо мной? Ты же любил меня. Тебе ничуть не больно? Я привык. Отныне я не страдаю. Ведь меня бросают не впервые. До тебя было, Аслы. Она тоже променяла меня на другого, ушла. И те, кто был до нее, прежде всего мои родители, видя все это, человек, оказывается, привыкает. Даже сердце не болит. Не бойся, твои мучения тоже скоро закончатся. Закончатся? Привыкла. Что ты за человек такой, а? А? Я была готова умереть ради тебя. Мама была права. Кто я такая? Одна из многих. Пусть Аллах покарает тебя. Где вы? Я пришел. Мой муж пришел. Нет, 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 отойди, отойди от меня. Я и так зол, не трогай. Хорошо, хорошо. Зачем ты пришел сюда? Уходи. Я как будто хотел этого. Коркут передал через моих друзей в казино, чтобы я пришел. Он же бандит. Приказал и все. Зовет, приходим, гонит, уходим. И что? Ты нам не нужен. Уходи. Я не позволю тебе обижать маму. Ты нас не любишь. Ты плохой. Мы с мамой и без тебя проживем. И дядя будет часто приходить. Мальчик, замолчи. Не вмешивайся. Это мой муж. И он не уйдет. Он будет жить здесь со мной. Ха, ну что, получил? Я носила все это время. Я что, должна сидеть и ждать тебя? А ты не жди. Я же не просила тебя ждать. Джейлам, не разговаривай со мной так. Мама, хватит. Понятно? Отныне я буду жить, как хочу. Ведь что бы я ни делала, вам не нравится. Ты все равно стыдишься меня. Теперь я не буду никого слушать. Мне плевать на всех. И ты забудь про свою дочь. Джейлам! Ты все еще в моем доме. Понятно? Я пошел. Куплю продукты, покушаете. Я в магазин за продуктами. Ты пришел повидать Эмине? Ей лучше, слава богу, лучше. Когда я рядом, она спокойна. Только, как бы она не расстроилась, увидев тебя, да? Послушай, не думай, что я все забыл. Эмине стала такой из-за тебя. Пока я вынужден терпеть. Но я знаю, что с тобой сделаю. А теперь слушай. Ты будешь делать все как надо. Понятно? Племянника моего не тронешь. И будешь делать все, что попросит Эмине. Ты понял? Хорошо, понял. Пора умнеть. Подожди. Я покажу тебе, насколько я поумнел. Спасибо большое, дядя. Вы очень помогли мне. Мы же давние друзья. Что теперь будешь делать? Поеду в Анкару. привезу детей и попрошу прощения у Асии. Есть еще одно важное дело, займусь им. И если понадоблюсь, обращайся. Я здесь. Спасибо. До встречи. Алло. Мне надо встретиться с тобой. Стой, не клади трубку. Есть разговор. На старом месте. Извини, опоздал. Попал в пробку. Ну что, перейдем к делу? Коркут. Я очень виноват перед тобой. Я причинял тебе вред, обижал тебя. И пока не поздно, я хочу поговорить с госпожой Гюнюль, с твоей мамой, и рассказать ей правду. Я не позволю тебе расплачиваться за мои грехи, сынок. Тише, о чем ты? Даже не думай рассказывать ей. Ты имеешь право быть с матерью. Ты в своем уме? Ты понимаешь, сколько людей пострадают из-за того, что ты хочешь искупить свою вину? Но почему, сынок? Послушай, я все предусмотрел. Жанет мечтала увидеть родную мать. Мама тоже. Хотела найти свое дитя. Мы это сделали? Сделали. Они счастливы? Пока нет, но со временем станут. Но почему ты не хочешь узнать поближе свою мать? Потому что... Я скоро умру, господин Тахсин. Очень скоро. Покину этот мир. Меня просто не станет. И если ты сейчас промолчишь, все, кто останутся, будут счастливы. А если расскажешь, то и Жанет будет больно. Да и мама не перенесет смерти новоявленного сына. Ей лучше не знать. Тогда ей не придется хоронить своего сына. Я все продумал. Так будет лучше. Коркут, подожди, сынок. Не стоит жертвовать собой ради других. Я часто огорчал тебя. Часто. Не думай. Ты защищал свою дочь. Что ты там рассматриваешь так внимательно, а? Это что, Джейлан? Джейлан. То есть как? Вы помирились? Ах, Толга, и ты молчал об этом? Как я буду заниматься твоими делами, если ты не держишь меня в курсе? Все как прежде, мы в ссоре. Это просто мимолетный порыв. А жаль. Я понадеялась, что удивлю общественность. Это было бы хорошей рекламой перед выпуском альбома. Нет, хватит этой грязи. Забудь о ней. Ну, как тебе песни? Понравились? Дело затянулось, я поэтому тебя позвал. Толга, ты знаешь рынок. Композиторы не хотят давать песни тому, кто долго не появлялся на сцене. Как же так? Мы же заплатим. Все равно не соглашаются. Они хранят свои песни для других. Есть множество успешных альбомов, а твои... Ты снова ничего не смогла сделать, Муко. Я покажу тебе, что я умею. Будем играть по моим правилам. Ceylan, ты чего так вырядилась? У меня дела. Послушай, я не позволю тебе так со мной разговаривать. Отныне ты будешь отчитываться. Куда ты идешь? По каким делам? Я должна все знать. Ладно, я встречаюсь с подругой. Все? Что это за подруга? Зачем встречаешься? Хочешь, я теперь буду заполнять анкету? Хватит, не смейся, отвечай. Я не смеюсь, так и есть. Но я не собираюсь ни перед кем отчитываться. Что ты себе позволяешь? Разве это правильно? Значит так. Мамочка, я больше не та невинная маленькая девочка. Я стала женщиной, и со мной надо считаться. Ясно? А теперь я пойду, меня ждут дела. Приду вечером. Хорошо? Спасибо. Приятного аппетита. Есть еще какие-нибудь пожелания? Нет, спасибо большое, господин Мемдух. Идем, Наджи. Присаживайся. Итак, говори, кто же меня предал? Я подозреваю эту девушку. Аслы? Почему она здесь? Это все неспроста. Илмаз, ее муж. Скажи еще, что это Аслы устроила побег Илмаза. Ты в своем уме? Вы правы, это ей не по зубам. Но я говорю о шпионаже, брат. Она ненавидит его, хочет с ним развестись. Это же специально. Для отвода глаз. Такие, как Аслы, ради денег готовы на все. Я хочу доказательств. Наджи, докажи мне. Это я и собираюсь сделать. С вашего позволения. Ты только сейчас явился на работу? Да. А ты против? Послушай. Слушаю. Что дальше? Мне бояться? Свалился на мою голову. Если хочешь работать, приходи пораньше. А иначе... Иначе что? А? Не пытайся обуздать меня. Господин Мемдух. Что случилось? Чего тебе? Возьмите. Думаю, что после вчерашнего вы не захотите, чтобы я у вас работал. Никуда ты не пойдешь. На твоем месте я поступил бы точно так же. Гунуль шантажировала меня. У нее есть компромат. Она хочет потребовать возвращения Зhanet. Где это видано? Думает, что я откажусь от нее? Надо же думать головой. А как я могу отказаться от нее? Как? Нет. Пусть приходят и арестуют меня. Ничего не скажу. Пусть забирают все, что есть, но... Но пусть не трогают дочку. Она и так годами скрывала, что у меня есть дочь. Вы... очень хороший отец. Вы дорожите своей дочерью. А теперь переверни чашку. Ты что, правда умеешь гадать? Нет, дорогая, просто время убьем. А я уже обрадовалась. Зhanet, могу я кое-что спросить? Спрашивай. Из-за чего расстались Коркут и Ceylan? Я не знаю. Меня распирает любопытство. Ты же давно знакома с Коркутом. Позвони и спроси. А, ты как будто его не знаешь. 100 раз пожалею, что спросила. Мало того, наговорит кучу гадостей. Добро пожаловать, Коркут. Тебе приготовить кофе? Нет. Ты позволишь нам переговорить? Хорошо. Конечно. Жанет, мне нужна твоя помощь. Говори. Меня беспокоит Цейлан. С ней что-то не так. Ты можешь побыть с ней? Ты тоже не в порядке. Кто с тобой будет? Цейлан важнее. Ты все еще любишь ее. Тогда зачем вы расстались? Так надо было. Это все равно неизбежно. Чем раньше, тем меньше боли. Эмине! Добро пожаловать! День выдался совсем недобрый. Эмине, Эмине, я так устал. Работу не могу найти. Я не знаю, что делать. Лучше давай продадим этот дом и уедем в Адапазary. Купим дом и обоснуемся там. Что скажешь? А, хорошо. Можно, да. Да, уедем. Я расскажу об этом дяде. Не вмешивайся. Мама, он хочет обмануть тебя. Я же сказал, не вмешивайся. Не слушай его, мама, не соглашайся. Замолчи ты. Замолчи. Мама. У меня нет ребенка. Нет, у меня есть муж. Ладно, Эмине, успокойся, дорогая. Все, не расстраивайся. Как только продадим дом, мы уедем отсюда. Я рядом, не бойся. Хорошо? Хорошо, мы уедем. Уедем. Ну, что? Госпожа Цейлан, иду. Проходите. Не хочу напрасно занимать ваше время, но мы не сможем принять вас на работу. То есть вы ничего даже не спросите? Если дело в опыте, то я быстро могу обучиться. В объявлении было написано, что вы сами обучаете. Если быть откровенной, то в нашей фирме есть устоявшиеся принципы. Мы не берем на работу людей, которые были замечены в интернете или СМИ в компрометирующих ситуациях. Господин Толга, возможно, ваш парень, но выставление личной жизни на всеобщее обозрение противоречит правилам нашей фирмы. У нас ведь есть определенная ответственность на рынке. Видно, не смогла удержать Толгу Каранлы, иначе зачем искать работу? Да, думала, наверное, что это легко. Еще и невзрачная такая. Это точно. Посмотри. Легко обсуждать кого-то за спиной, не зная этого человека. Лучше скажите мне в лицо. Сплетницы. Испугались. Папа, кажется, сегодня ты не в настроении, да? Нет, я просто устал, доченька. Мама звонит. Не отвечай. Почему? Не отвечай. Послушай меня, чего уж скрывать. Мне бы очень не хотелось, чтобы ты с ней говорила. То есть... Ты запрещаешь мне общаться с ней? Но почему? Тебе не обязательно знать причину. Не общайся. Мама, не звони больше, ты беспокоишь нас. Жанет, подожди, не клади трубку. Я поняла свою ошибку. Я была несправедлива по отношению к Коркуту. Я сделаю все, чтобы исправить это. И что ты сделаешь? Я постараюсь найти его маму. Он привел тебя ко мне. Я тоже хочу помочь ему. Ведь он подарил мне радость. Я хочу, чтобы он тоже был счастлив. Ты правда сможешь найти ее? Если ты поможешь мне. Ты действительно сожалеешь о своем поступке? Еще как. Хорошо. Я помогу тебе. Слушаю, малыш. Дядя, срочно приезжай домой. Что случилось? Мама в порядке? Да, но... Но что, Умут? Папа хочет обмануть маму и продать дом. Говорит, что поедем в Адапазары. Я не хочу туда ехать. Ладно, малыш. Не бойся. Он ничего не будет продавать. Я займусь им, хорошо? Будь рядом с мамой. Хорошо. Будь ты проклят. Я разве не предупреждал тебя? Отвечай! Разве не предупреждал тебя, подонок? Я убью тебя! Убью! Убью тебя, слышишь? Не надо! Хватит, Эмине! Хватит идти на поводу у этого мошенника, опомнись! Все, перестань, не кричи! Не кричи, понятно? Это мой муж, слышишь? А ты кто? Ты кто? Я тебя совсем не знаю, а? Ты не нравишься мне! Не нравишься! Уходи! Уходи отсюда! Мы тоже уедем! Мы продадим этот дом! Хорошо. Ладно. Повидаюсь с Умудом и уйду. Хорошо. Уйди! А ты напрасно не мечтай. Я ни за что не позволю тебе это сделать, понятно? Ты понял меня? Да. Как ты? Ты в порядке? Да, нормально. Он ушел. Идем, садись. Давай, давай. Хочешь, принесу воды? Нет, нет, не надо. Идем, дорогая. Садись рядом. Давай скорее уедем отсюда. Да, надо срочно продать дом. Как только найдется покупатель, мы уедем. Джейлан? Я не имею к этому отношения. Сам удивился, увидев эти фотографии в интернете. Ладно. Будь что будет. Ты не сердишься? Нет, не сержусь. Были удары гораздо сильнее, так что это даже и не впечатлило. Меня это не волнует. Какие удары? О чем ты? Короче говоря, я не злюсь. Все нормально. Все хорошо. Люди просто будут обсуждать меня за спиной. Ну и что? Когда-нибудь все равно перестанут. Ты не в порядке. Давай поговорим. Это касается Коркута? Вообще-то нет смысла разговаривать. Ты знаешь, я ничего не чувствую. О чем же можно тут говорить? Я как растение. Вот и все. Спокойной ночи. Госпожа Аслы. Идешь спать? Да, я так устала сегодня. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Проклятие! Телефон забыла на кухне. Я что, сон вижу? Это не сон, мама. Как вы тут оказались? Ай. Тише, тише, мама. А почему вы не предупредили, что приедете? А? Нас привез папа. Он не говорил тебе? Вы что, поругались? А, значит, он решил тебя порадовать. Как ты, Асия? Нормально. Тебе-то что? Вы, наверное, не в курсе. Ваш отец больше не живет с нами. А где он живет? Там, где его душе угодно. Ладно, раз уж он привез вас, его миссия закончена. Вы что, шутите? Увидимся завтра, дети. Что происходит? Думаю, все дело в фотографиях сестры в интернете, где она целуется. Что? Какие фотографии? Какой интернет? Что это значит? В интернете опубликовали фотографии, где мы целуемся с Толгой. Добро пожаловать. Ай! Как ты, дорогая? Сестра, как же я соскучилась. Даже по тебе, Селим. Ну как? Отдохнули как? Тебе пора бежать, потому что сейчас мама начнет такое. Джейлан? Это что, правда? В интернете появились фотографии, где ты целуешься с Толгой? Да, это правда, мама. Ты в своем уме, дочка, а? Ты знаешь, о чем ты говоришь? Что скажет твой отец? Не знаю. Может, скажет что-нибудь. Мама, я не обращаю на это внимания. И тебе не советую. Так будет легче. Какой стол накрыли? Я устала сегодня. Пойду отдохну. А вы поужинайте. Хорошо? Приятного аппетита. Еще раз добро пожаловать. Этот парень позорит вас, брат. Люди думают, что он ваш сын. А мне-то что? Но, брат... Наджи, если я до сих пор молчал, то просто из жалости. Я и дальше буду молчать. Но у меня есть свои планы. Толга — единственный мой козырь. Я использую его против Гунуль, когда придет время. Так что не лезь ко мне с советами. Я понял, брат. Ты хотел доказать предательство Аслы. Что там? Пока не нашел. Ты что, оклеветал ее? Нет. Но, если позволите, я обыщу ее комнату. Обыщи. Хорошо, брат. Думаю, через Эмине будет легче найти. Она состоит на медицинском учете. Может быть, кто-нибудь еще знает ее в детском доме? Госпожа Гунуль, зачем вы поручаете мне это дело? Не понимаю. Коркут столько раз помогал мне, и я хочу отплатить ему тем же. Было бы отлично, если бы мы нашли его мать. Ладно, держите меня в курсе всего. Договорились? Конечно. Ты видел фотографии в газете? Вы поэтому поругались? Из-за Толги? Как можно пойти на такое? Жанет, прекрати. Не поняла. Я уже устала от твоих вопросов. Ты просто побудь рядом с Джейлан. Этого достаточно. Остальное не твое дело. Не морочь мне голову. Приехали. Выходи. Прошу, госпожа. Не говори так. Я же не обращаюсь с тобой как с шофером. Тогда открывай дверь и выходи сама. Ты снова работаешь водителем? Смотрю, ты уже пришла в себя. Пришла. Хорошо, что я уже не с тобой. Да, правильно. Возьмись за ум. Вчера ты чуть не убила нас. Не стоит так делать. Глупышки вроде меня иногда могут такое выкинуть. Но это жизнь. Человек учится на своих ошибках. Оказывается, любви не существует. Так и есть. Жанет, я поехал. Будешь выходить, позвони, я заеду за тобой. Коркут, может, заберешь ее через пару улиц? Не хочется лишний раз видеть тебя. Почему ты так с ним разговариваешь? Вместо того, чтобы попросить прощения... Я должна попросить прощения? Это же не я целовалась с Толгой, встречаясь с Коркутом. Конечно, ты должна извиниться, Джейлан. Жанет, ты многого не знаешь. Не вини меня. Ты недостойна его любви. Ты так ничего и не поняла. А что, не так? Ты не ценишь того, что у тебя есть. Если бы он любил так меня, а не тебя. Если бы он был влюблен в меня, как и я в него. Ты влюблена в Коркута? Как хорошо. Надеюсь, вы будете счастливы. Мы не смогли. Я не была счастлива с Коркутом. Помнишь, ты мне рассказывала одну историю? Про глупую деревенскую женщину. Коркут сделал из меня такую. Вот и все. Жанет, проходи, дочка. Иди ко мне. Давай, присаживайся. Садись. Итак, есть новости? Пока нет. Но детектив работает. Мы найдем маму Коркута. Коркут будет очень рад. Мы обе в долгу перед ним. Ведь благодаря ему мы сейчас вместе. Ты что-нибудь знаешь о его семье? Ведь ты самый близкий его друг, с самого детства. Нет. Я ничего не знаю про его семью. Ну что, может, пройдемся по магазинам, закупимся, а потом пообедаем на набережной? Что скажешь? Я не могу, мама. Почему? Папа против того, чтобы я с тобой виделась. По какому праву? А я не хочу его огорчать. Я все уже подготовил. Уговорил эту полоумную и покупателя нашел. Ну? А потом пришел этот Коркут. Сказал, что убьет меня, если продам дом. В общем, не вышло. Значит, ты испугался, так? Нет, конечно, не так. Он просто сумасшедший. И не такой безобидный, как Эмине. Он душил меня. Если бы не Эмине, точно бы убил бы. Я уже достаточно ждала, хватит. Даже не звони мне, пока не достанешь деньги. Понятно тебе, дорогой? Ну, держись, Коркут. Ты ответишь мне за это. Обыщите хорошенько. Везде смотрите. Смотрите кровать. Что вы здесь делаете? Господин Мемдух в курсе. В курсе чего? Посмотрите там. Что это? Телефон. Это не мой телефон. Ну да, конечно, не твой. Ты будешь все отрицать. Послушай, что ты задумал? Значит, ты отправил это Илмазу. И господин Мемдух накажет тебя. Держите ее. Чего стоите? За ней! В телефоне было какое-то видео, и они думают, что это я отправила его тебе. Вот как? Интересно. Но это не мой телефон. Они сами подкинули мне его. Они устроили тебе ловушку. Почему? За что? Успокойся, не переживай. Можешь не бояться, теперь ты со мной. Любовь моя. Хочешь, я объясню тебе, что происходит? Это устроил Наджи и хотел взвалить на тебя свое преступление. Иногда... жизнь бывает такой несправедливой, да. Но он ошибся. Связался со мной, а не должен был. Никто не смеет обижать мою женщину. Мама хочет поговорить с тобой. Добро пожаловать, Коркут. Вы уже уезжаете? Погода отличная. Может, посидите в саду, чаю попьете. Не обязательно любезничать со мной, чтобы подольше побыть с дочерью, госпожа Гюнюль. В тот раз ты внезапно встал и ушел. Мы не смогли поговорить. Как Эмине? Я переживаю за нее. Из больницы выписали. Но она не в порядке. Не смогла меня вспомнить. И даже Умуда. Несколько лет жизни будто стерлись из памяти. Как жаль. Если позволишь, я хотела бы навестить ее. Конечно. Вы знаете, она очень любит вас. Не переживай, хорошо? Она поправится. Эмине никогда не оставит тебя одного. Мама, нам надо ехать. Папа, наверное, волнуется. Слушаю. Я не смогу, у меня дела. О чем? Это настолько важно? Хорошо. Хорошо, я приеду. У нас с мамой налаживаются отношения, заметил? Это же хорошо. Все благодаря тебе. Благодаря мне? Каким образом? Мама очень сожалеет о том, что так с тобой поступила. Ладно, бывает. Она сказала, что виновата перед тобой и хочет найти твою маму. Она обещала мне. Мою маму? Угу. А как она ее найдет? Мама наняла детектива. Вот это да. Детектив уже приступил к работе, так что, если что-нибудь вспомнишь про свою маму, можешь рассказать мне, а я расскажу ей. Конечно. Конечно, расскажу. Послушай, давай сделаем так. Как зайдешь домой, ты позвони маме. И скажи ей: мамочка, давай не будем вмешиваться в то, что нас с тобой не касается. Хорошо? Коркут, помнишь день, когда ты привел меня к матери? Я хотела сбежать, думала, что я здесь делаю. Но ты не пустил меня. Сказал, что я обрету счастье. И ведь ты не ошибся. Это совсем другое, Жанет. Я просто хочу помочь тебе, как и ты мне помог. Но ты не обязана мне помогать. Ты ничего мне не должна. Но мы ведь с тобой близкие. Никакие мы не близкие, Жанет. Забудь это слово «мы». Любой на моем месте сделал бы так. То есть ты не отличаешься от других. Останови машину. Как скажете, госпожа. Хозяин дома, а вы сидите, лузгаете семечки перед телевизором. Проходи, дорогой. Не называй меня так. Никакой я тебе не муж. Но ты же мой муж. Ай, хватит. Чего заладила? Муж, муж. Ты испортила мне жизнь. Откуда ты взялась на мою голову? Все несчастья мои из-за тебя. Не трогай маму, или я расскажу дяде. Отстань. Послушай. Держи язык за зубами, ясно? Если хоть что-нибудь расскажешь, то я убью и тебя, и твою мать. Ты понял меня? Мне некогда возиться с вами. Мамочка, ты не бойся, я защищу тебя и не оставлю тебя одну. Что ты задумал, толстяк? Послушай, я это так не оставлю. Ты хотел подставить мою жену? Мы с тобой еще работаем вместе. Приходи и поговорим. Приду, не переживай. Сажу тебе пулю в голову. Она ведь бросила тебя ради Коркута. Так ведь? Тебе-то что? А здесь она строила глазки Мемдуху. Хочу предупредить тебя. Она у тебя не идеал верности. Тебе конец. Ты труп. Заткнись, хватит болтать. Не заставляй меня пожалеть о том, что я вытащил тебя из тюрьмы. У тебя проблемы с законом. Один мой звонок, и ты снова вернешься в ту дыру. Ты понял? Лично я тебе ничего не сделаю, не переживай. И кто же это сделает? А ты угадай. Хватит играть в игры. Твое время подошло к концу. Мемдух. Мемдух сам с тобой разберется. Ну что ж. Поздравляю с выигрышем. Ты меня еще плохо знаешь, толстяк. Я тороплюсь. Заказать тебе чаю? Папа, ты хотел поговорить, и я здесь. Говори быстрее, у меня дела. Что за спешка такая, дочка? Я даже не знаю, с чего начать. Ты хочешь вернуться домой? Соскучился по госпоже Гюнуль? Ну что ты, дочка? Я никогда не изменял твоей маме. Папа, изменяет не только, когда встречаются с кем-то. Можно изменить и сердцем. Что с тобой сегодня, дочка? Тебя будто подменили, Джейла. Я не знаю. А что со мной? Джейлан, я обо всем сожалею и хочу исправить свои ошибки. Некоторые ошибки невозможно исправить. Ты опоздал. Я был несправедлив по отношению к вам с Коркутом. Я помешал вам. Признаю, я поступил с ним по-свински. Не верил в его любовь к тебе. Джейлан, ты все еще с Коркутом, дочка? Пойдем, он очень плохой человек, ты сама видела, а дядя нас защитит. Нет, нельзя, у меня есть муж, я не могу. Я здесь останусь. Я Правда? Ты узнала госпожу Гюнуль? Конечно, узнала. А кто же ее не знает? Она известная певица. Мне очень нравятся ваши песни. Ай, как красиво! Сколько подарков! И это все мне? Все твое. Тебе нравится? Конечно, нравится. Все очень красиво. Особенно это. Мне нравится такой цвет. Ты прям точно угадала мой вкус. А спой какую-нибудь песню. Что? Песню. Песню. Ты же пела по телевизору. А теперь я хочу послушать тебя живьем. А? Хорошо, спою. Ай. Какая же ты красивая. Если бы у меня была мать, то я хотела бы, чтобы она была как ты. Чтобы она убаюкивала меня. Мама! А? Где? Где? Ты что-то потеряла? Нет. С ним бы я нашла свою мать. Кольцо. У меня было кольцо. Где оно? Что делать? А? Поезжайте на склад. Приказ господина Мемдуха. Но, брат, кто присмотрит за домом? Ишь ты какой. Я буду здесь. Хорошо, брат. Все, отправляйтесь. Слушаю. Господин Мемдух, не бросайте трубку, это Илмаз. Хочу сообщить вам кое-что важное. И что же это? Вы подозреваете ослы, но вы ошибаетесь. На самом деле, запись мне отправил один из ваших людей. Кто? Он вам очень близок. Не тяни, кто это? Наджи. Наджи не будет меня предавать, перестань. Брат, выключи телефон. Куда подевалась охрана? Где они? Ты сам меня вынудил, не уступил мне место, не подумал о молодежи. Я ждал, ждал. Думал, что после смерти сына ты предложишь мне свой трон, но ты сам всем управляешь до сих пор. Как так можно? Папа? Илмаз! Илмаз был здесь! Найди его! Иди, вызывай скорую помощь! Жанет. Дочка. Жанет. Открой глаза. Очнись. Очнись. Папа, слышишь? Очнись. Я спасу тебя. Конец 50-й серии. Фильм переведен и озвучен на телеканале Астана в 2014 году.